Всем привет! Сегодня я хочу вам показать квартиру в Анапе, которую мы снимаем, чтобы вы имели представление, что можно за какие деньги снять. Это двухкомнатная квартира, она находится на первом этаже на улице Горького, 62. Давайте я вам проведу по квартире. Вот я стою в прихожечке, вот я зашла, тут как бы небольшая прихожечка. Вот ванна с туалетом объединены. Так, вот ванна, туалет, машинка есть стиральная, то есть все очень чистенькое, хоть ремонт не супер-пупер, но все достаточно чистое, стены чистые, все чисто. Это кухонька, она небольшая, здесь есть посуда, вот, чайник, кастрюльки, там сковородки, ложки, вилки, холодильник, микроволновка, как бы это все есть, стол. Ну, мы вчетвером пока замечательно помещаемся. В прошлом году мы отдыхали здесь вшестером. Дедушка с бабушкой с нами приезжали. Ну, тоже, знаете, как бы сели, поели, встали и пошли. В принципе, неплохо. Кухонька тоже чистенькая. Сейчас я вам покажу вид из окна. Вот окна выходят на Горького. Тут дорога в одном направлении. Вот такой вот. Тенистая достаточно квартира, что, в принципе, очень даже неплохо. Холодильник тоже не новый, но достаточно чистенький. Так, это зал. Все комнаты, получается, разделены. Вот этот диван раскладывается, делается двухспальным. Вот эти кресла тоже раскладываются, объединяются. В принципе, тоже получается спальное место. Кондиционер есть. Так, что тут еще? Вот стеночка с телевизором, телевизор в каждой комнате, отделение с полочками и отделение, можно платье повесить. То есть там есть такие. Это спальня. Вот это евро-раскладушка, телевизор тоже есть, а это двухспальная кровать. То есть тоже комодики небольшие, вешалки, вот жалюзи на окнах. В принципе, все очень даже достойно, и вот для шестерых, то есть это я вам показываю бюджетный вариант. Конечно, если деньги есть, то можно снять и более достойное жилье. Вот. Но здесь очень даже недалеко до пляжа, но мы идем где-то минут 15 до песчаного городского пляжа, соответственно, столько же мы идем до развлечений, до парка городского. Здесь недалеко прям... Прям рядом центральный рынок, Магнит очень рядом. Ну вот, как бы, в принципе, я вам все показала. Сейчас мы ее снимаем до середины июня за 1500. Квартира воздается, то есть неважно, сколько будет людей отдыхать. Там хоть один, хоть шесть, 1500. Есть, кстати, тоже и белье, и постельное, и полотенчики, все это есть. Даже вот фейри и губочка новая, тряпочка была новая, лежала. То есть, как бы... Так, середины июня до начала июля ее сдают за 2, а июль-август это уже идет 3000. В принципе, если у вас будет 6 человек, то это очень достойный вариант, потому что, особенно если дети, то с детьми, знаете, как правило, никто не хочет почему-то брать, вот, от 5 лет, но я, в принципе, могу понять, почему, потому что дети и писаются, и ягоды едят в постели, и всякое разное бывает. Кстати, вот я сейчас разговаривала с соседкой, они тоже... квартиру снимает, он говорит, мы сняли только с 3-го раза, чтобы было чистое, говорит, и все работало. Говорит, это ужас какой-то просто, то есть вот чистую квартиру снять уютно, это вообще, это будет очень-очень проблематично. Так что нам повезло, и это очень как бы чистенькая квартирка, прям приятно в ней жить, очень уютная. Вот, ну вот я вам примерно рассказала, что можно снять. Если у вас будет желание, допустим, снять эту квартиру, вы мне пишите, я вас свяжу с хозяевами этой квартиры. Поэтому я, в принципе, вам рекомендую. Все работает, все чисто, все приятно. Поэтому вот, если надо, вам обращайтесь. Ну ладно, друзья мои, до свидания вам. До новых встреч, скоро будет новое видео. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.